Медиакорпорация Китая запустила международную инициативу «Африканское партнерство». Ее представители сегодня на Пекинском медиафоруме в преддверии саммита форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет в столице Китая 4-6 сентября. На встречу под девизом «Симфония цивилизации и цифровое создание мечты» собрались около 200 представителей медиасообщества, дипломатов и экспертов из более чем 20 стран Африки. Видеообращение к ним записали президенты Уганды, Центральноафриканской Республики и Сейшельских островов. Задачами нового медиапартнерства между Китаем и странами Африки станет содействие культурно-гуманитарному сотрудничеству, налаживание взаимопонимания в цифровую эпоху. Делать это предполагается с помощью обмена видеоконтентом, опытом и технологиями совместного видеопроизводства, проведения медиафестивалей. На сегодняшний день на намерение присоединиться к африканскому партнерству объявили 64 медиа-организации из 25 стран Африки.